Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков в ходе рабочей поездки в Одинцовский микрорайон «Новая Трехгорка» проверил качество ремонта подъездов в домах номер 1, 17 и 25. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Единой России. Городская среда». Часть работ уже завершена, часть еще в процессе, отметил парламентарий. Всего в план работ по ремонту подъездов в Одинцовском округе в 2022 году входит 250 объектов. Почти в 100 из них работы уже выполнены. Часть объектов была включена в перечень в рамках отработки наказов предвыборной кампании.